Я помню, как мне в детстве хотелось быть взрослее, теперь куда бы деться от взрослости своей. С этими строчками поэта Андрея Дементьева сложно не согласиться. Чтобы салдинские дети как можно дольше оставались в стране беззаботного детства, взрослые придумали для них множество площадок, где можно было повеселиться, поиграть и проявить себя. Праздничную программу в честь Дня защиты детей открыли спортсмены. На старте прошли игры по стритболу среди подростков. Более 50 ребят из Нижней и Верхней Салды, Нижнего Тагила, Горноуральска и поселка Свободный показали отличную игру и любовь к спорту. А воспитанники детской школы искусств провели уличный концерт. Все желающие могли насладиться чистейшим вокалом и музыкальными композициями в исполнении ребят. На месяце апреле стало покидать снег. И веселые качели начинают свой разбег. Они, в свою очередь, получили свою минуту славы и аплодисменты. Центр детского творчества к организации праздников всегда подходит правильно, творчески. Все, кто решил первый день лета провести на этой площадке, зарабатывал в испытаниях и викторинах детскую валюту центрики, а потом щедро менял ее на подарки. Интересные квесты и программы подготовили музей, детская библиотека, клубы деревень. Но самый масштабный праздник прошел в парке Гагарина. Здесь провели веселые старты и, конечно, большой концерт детских творческих коллективов.